как все закончится. Развалом Российской Федерации все закончится. Вопрос только в сроках, конечно. Это от очень многих вещей зависит. Как быстро нам оружие будут поставить. Вы видите, Америка самоустранилась. 7 месяцев уже не дает им никакого оружия. Там сидят там этих два старых пердуна друг между другом, блин, не договорятся никак. Кто из них, блин, главный лидер всего мирового сообщества. Выходит глава Пентагона, говорит, не стреляйте, пожалуйста, по нефтеперерабатывающим заводам российским. Чё, блин? А в 44-м году ты не хотел бы обратиться и сказать, давайте не будем гитлеровские заводы в Румынии нефтяные, блин, там нефтедобычу, блин, устранять. Чё? Вы только тем и занимались, ну, во Второй мировой правильно делали, что уничтожали, ну, кровь войны, это нефть, кровь войны. Да? Почему на Балатоне наступление немецкое прекратилось? Потому что просто танки стали, нечем было заправлять всего-навсего. И страна, которая заставила нас отдать ядерное оружие Российской Федерации, Украину, да? Сейчас 7 месяцев уже ничем не помогает вообще и дает какие-то советы нам. Ну, серьезно. Ну, у нас есть на кого ориентироваться еще. Есть там Норвегия, есть Франция, есть Финляндия. Я думаю, что там у людей много что есть. К Российской Федерации претензии какие предъявить. Ну, так что, ну, как это быстро закончится, очень от многого зависит. Много ли будет в России людей, которые вот сейчас там в Белгородской там области, да, в Брянской воюют против путинского режима. Как много будет таких людей, которые не только в белых платочках будут уходить протестовать, но и БАМ там подрывать. Ну, это же невозможно предсказать. Ну, то, что такие люди будут. Вот эти черные лебеди от Курска, да, Орска, ну, тоже ж много чего значит. Я уже не говорю, там, Тромп какой-нибудь или еще что-то. Так что много чего зависит. Мы просто, как украинцы, постараемся максимально интенсивно уничтожать орков на своей территории. Какую-то часть перебьем здесь, какую-то выдворим. Вот и все. Как быстро это будет. Посмотрим в Крыму. Крым в этом году мы освободим или в следующем тоже повлияет на сроки. Ну, я думаю, что уже в следующем году это дело уже прекратится и Российская Федерация идет в утиль.